Алло, меня зовут Паслов, это игра ГДС, это 17-й, уже, наверное, будет 18-й побег. И я хочу дойти до нашего отца Аида и смочь его одолеть. Так, это мы читали в прошлый раз, тут я нанял Ахиллес, у меня строгий принцип, я тебе ничего не скажу, поэтому выбей из меня информацию. Посмотрим. С мечом не смогли, по-моему, гидру победить. А, все-таки меч медленно, слишком медленно. Он, конечно, классический, то есть у него средняя скорость атаки и средняя сила атаки. Но все-таки надо ситуативить с ним. Интуитивить и ситуативить. Как говорят некоторые. Посмотрим, чего это нужно. Так, я просто туда, мы не из колодца вылезли, я тут хотел еще одну катку с прошлый раз закатать, но не получилось, поэтому мы сейчас начинаем с... А что еще светится? А, еще перо. Нет, не тебя, не перо. С чем мы бегали? Мы бегали вот с этим. Так. Поэтому не вылезли мы сейчас из реки, а начинаем с ренки. И возьмем копье, потому что это фарм. Аккуратно с этим. Ну, вспомним. Блин, классно, что у него атака длинная, то есть она вроде как бы дистанционная, в то же время не совсем. Еще можно сделать вот так, если прям надо очень дистанционно. В принципе, у него дамаг что с руки, что с броска одинаковые, что с возвратки. Так, что тут. И еще у него сплэш, когда ты делаешь рывок. Ну и круговая атака, но ее очень долго кастовать. Хотя она сильная, типа. А, ее еще надо накапливать. Раз, два. И типа при этом она тогда 50 дает. Ну, это момент, короче, когда ребята этот... когда ребята появляются на аренке, можно подготовиться к их приходу и сразу их жахнуть. Да, восьмой конфует от этого. И мы снова здесь. Так, мы сейчас вернемся, чтобы посмотреть, кто там еще хочет с нами... Боги. Кто хочет с нами еще поговорить. И, в принципе, мы готовы сразу бежать... Блин, ну с копьем проходить. Попробуем, почему бы и да. Почему бы и не пройти. Чего духов так много? Что же тени? Чего вы ждете? Чего я жду? Давай, следующий, давай, расскажи, что там. Может, что-то интересное скажет, впрочем. Итак. Не скрипи. Правда? Пустая это времени. Отказать. Эх, ладно. Батя наш работает. Мы его сейчас оторвем от работы. Я очень на это рассчитывал. Если ты вдруг не знаешь, что мы его сейчас оторвем от работы тем, что мы попытаемся сюда сбежать, и он нас должен типа остановить. Для этого надо, конечно, тут... Я готов. Надо много чего пройти. 50 залов. 50 залов. 57, по-моему, даже. Я не понимаю, как залы считаются. А сейчас будем считать. Да, это первый зал. Тартар. Мне прям интересно. Теперь возьмемся за копье. Атака после рывка наносит урон 3 раза, но дальность рывка сокращается на 25. Крывая атака заряжается и становится намного быстрее. Блин, крутая штука, наверное. Блин, особо удар наносит 400 урона по броне. Особо удар. Кишка. Не. Ай, подожди, кишка что? А, бросок. Ой, блин. Надо броню ломать, но надо и брать этих... Мойры. Давай что-нибудь экспериментировать. Давай экспериментировать. Почему? Атака после рывка наносит 3 раза. Но дальность рывка сокращается. Блин, ну дальность рывка это очень больно. Ну давай, ладно, возьмем, посмотрим, как, что значит 4 раза. Так должно хватить и на. О, нифига. Что по себе выглядит круто. Правда, мы теперь... Это не рывок, а так, я не знаю. Надо будет еще один рывок найти, в принципе, тогда это компенсируется. Вообще легкотня. Так, первый зал. Считаем. Привет, монетка. А что так сел как? Я где зал пишется? Бэшка, Б, а зал один, ну. Я беру, это зал второй, правильно? Я просто хочу понять, что он точно считает, как... Что мы как будто меньше залов проходим. Это зал два. Меня не остановить. Я вообще могу это перескочить, да? Оп. О! Культя, привет. А, я культя, рука, ладно. Она страшно выглядит, блин. Я прям не знаю, что она делает. Например, пытается меня схватить. Какой же... Что-то сильная штука, в принципе, в бою. Такой широкий удар у нее. Так, ого, Диметра хочет с нами. Диметра или здоровье? Здоровье, наверное. Или Диметра. Давай. Посмотрим, может, что у нее интересное есть. Здоровье, конечно, крутая темка, но...
хочу попробовать замаксить дары, в принципе. А Диметру мы особо-то и не трогали, поэтому... Я его сломал полностью, слышишь, полная зарядка. Что-то это очень имбово. Владычица Диметра. Дарить ей нечего. Да и не хотелось бы особо. Пока. Никто не может выдержать бесконечный зимний мороз, юный Загрей. Даже безнинные прислужники твоего отца там под землей. Кто ж спорит? Зима это ведь когда холодно, верно? Да, кстати, рассказывать парню, который не видел погоды, это такая сесть. Такая сей идея. Так, ну что-то у нее нету этих значков Мойер. Ну давай сюда, что прикольно. Атака становится сильнее, накладывает эффект основа. Замедление. С руки. Очень хорошо, очень хорошо. Особый удар, рывок создает прорыв ветра. Ну, у нас рывок не особо. Давай, замедление с руки. Прохладно. О, все как хорошо. Вопрос в другом, что надо все-таки против броньки что-то найти. Я не знаю, что именно. Ну, это дедал нужно опять искать, дедал, чтобы у нас вообще копил дамажил. Так, это был какой зал? Третий, да? А это значит четвертый, правильно? Правильно. Контролем. Слушай, ну это прям что-то очень сильно на... После за 2-3 удара они рассыпаются просто вообще. Я что-то не знал, что... Я что-то раньше не обращал внимания, что сильный удар... О, я не знаю, откуда такая мощь. Ну, я не знаю, видишь ли ты со стороны, но по ощущениям я просто нажимаю раз-два, и враги умирают. Раньше такого не было. То, чего мне, кстати, на мече не хватало. Граната, деньги. Гранат. Максим силу. Фонтанчик. Видимо, мне полагается передышка. Но мы особо тут не вспотели. Морозная атака. Да. Именно ее очень хочется вкачать. Спасибо. Так, все-таки мне надо выпить из фонтана. О, вижу этот. Оп. Монетка. Без стаканчика не я... Чего ты сказал? Не я отсюда не уйду. Я отсюда не уйду, по-моему. Да, сказал это. О, так, награда либо рынок. Конечно, награда. Просто так награда круто. Привет, Сизиф. Принц-зи. Сизиф, а были у тебя раньше стычки с Фурией Тисифоны? По-моему, она не очень-то разговорчива. С Тисифоны? Что ж, да, действительно были, Принц-зи. Честно говоря, она нередко ко мне заходила. Она вернулась, не так ли? Верно, но думаю, она вернулась именно за мной. На всякий случай не буду давать ей сидеть сложа руки. Спасибо, принц. Из всех сестер Фурии именно она та, с кем я меньше всего желаю встречи. Но если вдруг она заглянет, то что ж, ничего не попишешь. Исцеление, тьма, обл... Хамона. Харона. Деньги не нужны, тьма? Много дает, да? Ну что, два. Договорились. Спасибо. Темная жажда. Темная жажда. Оп, слушай, что-то деньги прям падают скучно в каждом зале. Так, зал номер 6. Не, все, короче, залы нормально считаются. Все-таки я просто не обращал внимания на то, что они так быстро проскакивают. До свидания. Пока-пока. О, босс файт. А я забыл, что там... Уже, ну броня пока не очень ломается. Ну, как бы скорость... Посмотри просто, что можно делать. Ищи. Посмотри, сколько дамага просто в лицо прилетает. 500, 600, 700. Пиздец. Так это имба, блин. И она еще и далеко бьет, блин. Слушай, ну мне копье сразу понравилось, как бы, но не настолько. Так, я не обратил внимания, что Дионис. Воздух повеяло холодом, и это может означать лишь одно. Прохладная Диметра решила оказать тебе помощь, не так ли? Но, возможно, здесь просто холодно. Все-таки мы на вершине горы. А-а-а. Ну ты туда, я тут в жопе мира. А так она так. Нет, это заменять не надо. Использование фонтана восстанавливает все и дает плюс бонус к урону плюс 5. Оу, слушай, 40% минималочка. Или урон. Ну я говорил урон максим. Давай урон максим. Я задумался, блин. Ну, слушай, это как бы тоже крутая тема. Если... А, ну я здоровье не раскачу, поэтому да, в этот раз возьмем это. После каждого босса там плюс 15 дамаг. Ну, считаю, это неплохо. Нет. В общем, теперь у нас есть цель побить отца. Я бы очень хотел попробовать. Ау, я наступил на эту херню. Не, ребят, вы даже...
сколько же мусора можно тут просто выкидывать из себя. Не, мы очень быстро проходим тартар. Отец не имеет пропажи пары монет. Ой, а сколько у нас ключей? У нас 14, надо 20-ку, да? Нам и тьма нужна. Это битва с Дузой, наверное? Не с Дузой. Не помню, кто второй босс. Блин, и ключ тоже. На ключ сколько, блин, сколько ключей там? Не знаю, нет. Давай за тьмой. Я что-то скопим, чувствую себе уверенность. Мы скелетов-то уже расфигачили. А, это выживание. Опечатайте зал. Выживите что-нибудь. Блин, тут зал маленький, вот что плохо. Я еще и отбиваю их выстрел, ты понимаешь? Слушай, а можно в теории их убить? Слушай, ну я... Посмотри, что за грязь? Просто грязь. Я представляю, как они там сейчас подгорают. А, это, по-моему, наушник наступил, это да. Блин, все-таки немножко прилетает. Ладно, не заходи туда. А, тут еще эти. А, ну они в крысу, короче, становятся. В крысу становятся на ловушке, чтобы я к ним подходил. Ладно, много хп потеряли, конечно, но отработаем. Ты все-таки вышел. Да? Вот так, я еще и кучу народу того раскидал так-то. Жалко, что в этом смысла нет, мне кажется. Пока никак не награждали за то, что ты кого-то убиваешь во время выживания. Могли бы там... Все, награды больше давать. Может, конечно, они дают, но я что-то внимания не обращал. Может, реально что-то за это платят. Так, а если я сделаю вот так и вот так? Оп. Никого там не насувало, нет? Нет, не насувало. Блядь, их броня очень жесткая. Надо с броней что-то делать. Они еще, блядь, двигаются в этот момент. Вот что тут у нас заперто. Мне кажется, они тебя хватать будут. Не просто бить, а хватать им. Подожди. Отойди от меня. Хвала богам. За что? За 12 тьму? Ну там прям вообще хвала. Ну да, пробуем. Ведь мы уже почти 6 сотен подняли. Ладно, проклятый, за работу. Зашел не в тот район. Да, минус 3! Ну это вообще имба. Это просто это верчение, это имба какая-то. До встречи. Зачем мне все это? Ничего, ты скоро шлем напялишь на себя еще. 44, теперь это все мое. Да, мы 600 подняли. Я сейчас не помню зачем. За тем, чтобы получить второе сопротивление смерти. Я все-таки хочу. Я что-то слышу. Что, опять выживание? Ой. От смерти не убежать, блин, смерть приближается. Я так и думал, что она у тебя здесь. Хотя, честно говоря, я удивлен, что ты еще жив. Я умею поставить за себя, если ты не заметил, Тан. Не заметил, Зак, а теперь постарайся, позволь мне показать тебе, как это делается. Да он, блядь, надменный. Что, попробуем? У нас в этот раз должно получиться. По крайней мере, здесь ребята без брони и... Так, я прям делаю ставки. Тут есть ачивка убить... На 15 больше Танатоса. Я не вижу счет, я смотрю просто на цели. Надо долго заряжаться, но будем так. А он убивает кого? Кто в круге, да, находится? Ну понятно, блядь, это, конечно, круто. На полкарты. Где счет? Ты от них избавился ненадолго. Ты прикончил больше мертвых, чем я. Ха? А я счет не видел. Какой счет? Ты видел счет? Я не видел счет. И что? Ему сейчас, конечно, можно было бы задарить, но у меня ничего нету с собой, к сожалению. Пикантно. Ладно, ну к тому, что на полкарты фигачит свой купол, который убивает всех, это, конечно, блин, честно. Что у тебя с лицом? Я же избавил тебя от всех проблем. Ау, кажется, мне нужно самому поблагодарить тебя, ты слишком горд для этого. Я даже не знаю, что говорить, когда он в таком настроении. Да я тоже не знаю, блин. Он выглядит очень ничего так, а... Слишком надменный. Слишком надменная. Все. Мой сувенир от хаоса защитит меня.
Наконец-то он пригодился. Пред тобой явилась ожесточенная Деметра. Вот как. Когда-то она была полна тепла, но с недавних пор, мне кажется, она куда больше полюбила его отнимать. Скрытый размах. Следующих 5 залов предварительный просмотр знакомств будет недоступен. После этого свободу носит 60 урона. В следующих 4 сходках твоя скорость продвижения будет снижена. После этого любое количество найденных тьмы и драгоценных будет найдено. Блин, плюс 80% это круто. Давай, мы как бы фармим в целом. Хотя, как бы, надо, я же тебе говорил, на урон, да, мы идем. Ну, не понял. Я что-то не... Слушай, увидел скорость? Только слышу этот... Да. Подожди, я буду с боссом драться. С такой скоростью. Блин. А я что-то об этом не подумал. Ой, как сейчас будет больно. Ой, как будет больно. Блин, я напрягся. Я не знаю, что делать. Я не думал, что у нас столько силы скорость упадет. Блин, у нас вот 4 уровень этого удара. Это, конечно, круто. Нам было сначала надо купить вот это. Особый удар накладывает эффект гибели. Рывок создает вихрь лезвия в точке начала. Следующая атака или особый удар после убийства врага наносит большой урон. Давай попробуем, конечно. Убей или будь убит. Я просто не смогу из ее колец выпрыгать, понимаешь, с такой скоростью. Мне просто постоянно надо быть в атаке. Пора бы появиться в Тисифоне. Да, на прошлый раз, по-моему, была, нет? Да, Тисифон аж в прошлый раз была. Привет. Убийство? Убийство! Убийство. Может, мы все-таки сменим тему? Пожалуйста. Убийца. Убийца. Слушай, в принципе, когда начинает пускать... Как она это? Как она, блядь, прицеливается в меня? Я не вижу вообще ничего, что там происходит. Я понял. Я не... Бля, мне тупо не хватает скорости, чтобы подойти от нее, понимаешь? Ну не скорости, а... О, нифига. Хорошо, тут у меня заморозка есть, она, блядь, как она это делает, блядь? Больно все-таки она делает мне, блядь, по жизни. Она, блядь, так в крысу сужает размер арены, блядь. Слушай, мне, наверное, повезло, что сейчас Тесифона брала. Очень повезло, потому что она, как видишь, медленно. Остальные, блин, херачат площадь не так, и с ним не подойти. Тебе непросто. Ну, космическая яйцо ранг повышена. А чё ранг дает? А, он будет повышать этот качество благословения хаоса, точно. Это окей. Блин, ну вот это мы бежим на выход, блин. Со всей скоростью, которая у нас есть. О, блин, там был кувшин золотой. Блин, я увидел, когда нажал уже. Пора в Асфадель. А я же взял, да, на этот, на бонус, да, к урону. У меня же типа бонус должен... А где стака? Нету стака, не показывается. Где стак идет нам? Нам. Так, продать ничего не надо. Купить. 10% при входе в зал, ты носишь 50 больше урона. Ну, блин, это на время. Не, это не надо. Потом дар какой-нибудь купим хорошую за 150. Хил нам тоже не нужен, поэтому ладно. И я просто иду наверх. Так, мы с копьем доходили до Элизиума, да? Ну да, мы замачивали эту гидру в лаве. Топили ее, топили. Жарковато тут. Ну да, ну с тобой Диметр, так что расслабься. Ты справишься, да? О, ладно. Впереди долгий путь. Думаю. Я готов. Да, думаю, тоже. Это не мое что-то череп, что тут стоит. Тут все золото, ни хера не понятно, куда идти. Блин, я надеялся, что тут будет этот... Врата хаоса будут. Как-то еще нужно, а то что-то столько носим, а хаос практически не падает. Здоров, ребят, я тут немножко медленный. Слушай, мне все равно, мы прошли столько залов, а мне засчитали один. А, кстати, а вот понятно, вот этот зал, который после битвы с боссом, он считается как этот... Он считается как зал. Слушай, посмотри, с другого... Ай, я только подпалил. Ну, 6, блин. Много. Хоу. ХП или...
Скорость. Ну, блин, с моей сейчас нынешняя скорость, конечно, я возьму скорость. Я их, в принципе, бы назвал скорость. Ну, блин, мне это сердце с плюсиком, мне оно так нравится. Я всегда хочу взять, потому что, мне кажется, без него никак. Ну, ладно, мы ж Дениса не брали, поэтому на макс хп сейчас особо рассчитывать не стоит. Нам надо рассчитывать. Да, блин, я только, блин, отвлек. Блин, не могу отойти. Слишком долго отхожу. Сейчас, подожди, сейчас я его запинаю. Я там ушел в лаву гулять. Да, блин, 5 квадрат не туда ушел. Да, надо выйти на нормальную арену, короче, вот сюда. Вот, блин, он стоит, блядь, под броней и так спокойно кайфует, блин. Вот сейчас ты не кайфуешь, да, когда тебе лицо сломали? На тебе спину, спину, спину. Бля, иди тоже под броней. Ну что ж вы, блядь, все с бронькой-то? Он, по-моему, застрял, слышишь, как хорошо получилось там. Не так, не стык. Иди. Так, Гермес, дай мне силу какую-нибудь нормальную. У тебя есть сообщение, босс? В нем говорится, ты такой медленный, вот бы кто-нибудь тебе помог. Ну и ну, вот это совпадение. Да, я же тебя специально взял. Ты можешь использовать дорогу больше раза подряд. Хорошо, ты быстрее останавливаешь кровокамень, каждый раз приходит зал, подожди. Да, нам сейчас очень рывок нужен. И у нас остался один зал. Да, 3 рывка. Это, можно сказать, почти что скорость. 100 хп? А смысл? У нас 84, у нас почти максимум. Смысла не вижу. Рисковать, особенно замедленно. Арес, ну давай. Я пока не понял, у нас что-то Гермес, Арес, Диметра. Кто у нас основной-то будет? Хаос еще немного. Где основа? Блин, нифига ты тут агрессивный сейчас. Мне нужен молот, чтобы ломать броню. Блин, вот он быстро так. Это что, Гордоном было или что? Что, я, по-моему, дальше стал атаковать, не знаю, мне кажется. Я даже бросок не использую, ни один, ни другой. Кто там? Что там, где происходит? Не добрасывал. Проклятие хаоса снято, наконец-то. Так, у нас теперь кучу кэша подать должно, по идее. У тебя в руках ворота, вечное копье. Я думал, оно утеряно. Ты хоть представляешь, сколько жизней оно погубило в невеликой славы твоего отца? Рокси до твих релизы, после использования неповиновения смерти урон во время схватки будет увеличен на 22. О, мне это пригодится на этом, на арене Элизиума, когда ты будешь урон на... накладывать сфек гибли. Блин, я не особо хочу использовать, но вдруг, блин... Скорее всего, там у меня будет сложный бой. Блин, на самом деле, типа, полезнее были навыки. Это сложный выбор, блин. Я не знаю, в первый или второй, я это, конечно, не хочу. А, Рокс, это давай. Ну давай, конечно, ладно, этот. Он стоит на месте. Сила бога войны. Не знаю, вот такой чувак, не очень. Так вот, как бы буду создать эти штуки. Я, блин, тем более с копьем я зря взял, потому что с копьем я на дальней дистанциях сражаюсь. Опять Арес, Диметра, Дионис. И все босс-файтные. Дионис, ну, хотя криты, а чё криты, блядь, у меня скорость атаки не очень быстрая, ну как, хотя вот это вот, Дионис, хочу Дионис заманить, мне нравится Дионис, почему-то, я забыл, что он там дает, а, баржа, а, ну, слушай, на барже это крутая темка, я сразу этот, становишься посередине, заряжаешься, ждешь прибытия спецназа. Что да, тут все взрывается к чертовой матери. Это же там они по очереди, блядь, появляются, как бы, если бы они сразу все вылезали из своего очка ужаса, то я тогда это смог раскидывать. Ну, я не почувствовал. С 3 рывками и вот таким ударом это вообще имба. Олимп, я принимаю это послание. Так, нет, заменять. А хотя, слушай, может... А что заменять? Тогда зачем я дар брал, да? О, получай меньше урона, если уровень 40 и ниже. Если уменьшил... Если... А, ну вот, слушай, они опять продолжение веселья он мне дает. Ну, раз тогда такое дело, давай возьмем. У нас, в принципе, здоровья немного, но где-то 40 всегда и будет. Ключ. И как назло, когда у нас этот, 2 дара на больше тьмы и драгоценности, они почти не падают. Я бы сейчас как раз бы и фармил их, но не хотят мне давать, короче. Еще дикие прыгуны. Там какой-то кувшин редкий был или что-то такое.
Давайте попрыгайте по моему, блин, этим крутящимся шерстерням. Что это такое? Лезвие, короче, да. Давай, 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 давай. Ну, что еще? Так, что народ набежал, После прошлого боя с мечом, это прям скорость меня прям вах. Я прям от нее кайфую. Еще и дальность, и скорость, тут все, что надо. Так, Гермес, Эвридика и что-то еще было. Сейчас тут ничего не то. Гермес, Эвридика и все, да? Слушай, ну, блин, и то хочется взять, ну че вы. А че Эвридика дает? Эвридика дары улучшает. Ну давай, давай, ладно, у нас дары есть, много даров, надо их улучшить. Типа один дар... Либо улучшение нескольких, конечно же. И весит Эвридика. Блин, ну поет прям вот в фирменном стиле Super Gen Games. Из всех вулканических камней Асфаделя, сынок Аида опять оказался на моем. Кто мог подумать? У тебя есть карта, на которой отмечен мой дом или что-то в этом духе? Не знаю, чем бы помогал мне каждый, ведь здесь каждый раз все по-новому. Но это действительно любопытное совпадение, что я постоянно тебя встречаю. Совпадение? Ладно тебе, мило, ты же бог. Кто-то там направляет тебя ко мне. Возможно, это Мойры. Ну и хорошо, я вовсе не против компании. И у меня полно еды. Редкий ароматный напиток. Следующие три дара, которые ты найдешь, будут обладать улучшенной редкостью. Четыре твоих случайных дара получат плюс один. Четыре дара. Боги, два случайных дара будут улучшены до следующего уровня редкости. Слушай, а что у нас есть? У нас много даров есть. Ну дары, блин, это какие? Давай до редкости повысим, да? Вакой. Редкость, великолепная рефлексы, рывок с лезвиями. Великолепные рефлексы. Два рывка и лезвия этого Аида, да, улучшились какие? Ну, урон от них. А вот двух, да? Слушай, ну... Только представь, я тебе вот так могу делать четыре раза, блин, подряд. Сец. Надо прокачать бы эту атаку. Она считается как обычная атака. Ну, то есть урон с руки, то есть заморозка распространяется на это. Так, кстати, уже дорога. Это она пропела. Она сказала мне быть осторожным, точно. Ну, он меня так послал. Не-не-не. Харон, что случилось? Что с тобой? Ты как? Я тебе помогу. Я помог тебе высвободиться от этих кувшинов. Урны в этом зале запрещены. Что? А что такое? Что кусок граната? А где остальная часть? Give me a better boon. Рывок след... А, то есть оно само улучшает? А сколько? А сколько оно стоило, я не выйду, блин. Что, опять рывок с лезвиями? Блин, слушай, ну может быть эта штука начнет мне быть даже полезна, ну посмотрим. Так, Зевс, давай, погнали. Спасибо, приятель. А, значит, лодящий крон все-таки нашел наше положение. Нам сегодня сгодятся любые способы добраться до тебя. Особый удар бьет ближайших врагов разрядами молнии. Особый удар — это кью, который вообще не используем. Нет. Когда ты получишь урон, врагов ударит молнии. Тоже не особо. Бросок становится клубком цепных молний, рикошечащими между врагами. Бросок, блин. Ну, я ничем этим не пользуюсь. Давай бросок, наверное, потому что он редкий, а во-вторых, идет гроза. Во-вторых, сейчас гидра будет, с которой придется попотеть. Но скорость атаки мне нравится, вот что. Я бы сказал, что на уровне перчаток. Эй, ты здесь, чтобы выполнить волю моего отца? Главное, что пока я так делаю, вроде... Блин, не хочу с своими друзьями драться. Блин, надо успевать еще отъезжать от них. Ну это как бы я вообще, если у вас одну треть, не почувствовал. Я сейчас еще зайду куда-нибудь не в ту... Блин, спину мне пихать не надо. По-моему, все медленнее двигать, чем надо. Что-то через скалу моя атака не проходит. Не через скалу, через... Ага, эта штука... Эти волны не отбиваются. Все? Ай. Не-не. Так, все, головы кончились, не? Так, подожди. Без твоих ребят.
Не, ну она по мне даже не попадает, это же не спортивная хомя. Так, ну что, поехали. Здравствуй, головы. Вау, какая голову. Иди сюда, смотри. Я. Ну, волны кидают, ну ладно. Не, я тебе помогу ломать, да? Я просто не вижу дамаг. Все равно что-то немножко маловато дамага, но я просто зажрался, потому что у меня щит не ломает. Нету бафа на щит, поэтому я тут зажрался. Блин, она все неузима. Ну давай, раз не узимся уже, блин. Я успею убить до того, как она... Да, успел. Ну, почти не получил дамага. Это как бы... Хорошо. Подловил тебя. О, сколько заплатят? 181. Я, по-моему, смотрел, у нас на чекпоинте написано, что мы 20 тысяч за все время заработали. Поэтому 181 это... Ну, это много. Так, мягко говоря. У нас получается сейчас плюс 80 к любому найденным самоцветам и тьме. Так, и что ты хочешь? Ну я выпил. Здоров, тут нормально крепкий. О, да, точно, плюс 5%, вот эта тема нужна. А получи 66, сплати крови. Блин, полтинник много. Крови отдать надо, не хочу. Атака наносит 3 с большого на 6 схваток. Но мы не успеем до Колизея дойти, может тогда, если найдем где-то. Харон падать по... Ой, не Харон, хаос падать не будет. А закупимся, наверное, у Харона в этом колодце, если он будет. Ну или где-нибудь там поближе. Еще один этаж. Мне опять дадут сейчас, наверное, за победу. Но я рассчитывал на победу, что мне дадут здесь этот амброзию, которую не знаю, где использовать, поэтому ладно, найдем. Все такое зеленое. Я смотрю, нет комментариев, он просто наслаждается. Понимаешь, просто наслаждается. А монеты здоровья. Здоровье. Жалко, что мало монет падает с обычных кувшинов. Можно было бы как бы совместить при этом с полезным. Так, бронированные ублюдки, да? Все, они не бронированы, не такие жесткие. Слушай, я иногда шугаюсь от своих же этих лезвий. Как ты меня... Ты реально меня целишься как-то через это? Ну слушай, ну лезвие нормально, да, можно... Не, тележка, кстати, вот ты, этот, у меня не та пушка. Тут пытаться на меня нарваться. Ай, надо молот найти. Молот и броньку, чтобы снимать. Без этого будет тяжко. Ну, с отцом, в принципе, не важно, а до отца еще дойти надо. А, так, гранат и здоровье. Я вообще, знаешь, что подумал сейчас только что? О том, что золото, в принципе, надо вообще до финала копить и закупаться перед Аидом. Возле Цербера. Бам. Не, вы-то ко мне не подойдете, но надо успевать их еще. Так, а вот это не надо. Только... А, ну бабочек я могу распилить сплэшем, да. Все, окей. Близко, да, ударил? Блин, не могу... Отойди. Вот так, бабочки пошли. Бабочки, много бабочек. Все, взорвали нафиг я. Бабочки, нафиг, сдуваем. А, блин, да давай, портуйся. Ну да, шоп тебе в кол в жопу воткнали, понятно. В общем, либо подрыв, либо сила богов. Так, и что у нас? Особый удар, ближайших врагов, раздадим молнии. Нет, редко. Рывок создает их, блин. Ну, ага. Следующая атака, ну, или особый удар после... О, плюс 130, это нормальная темка. О, и чё? Получи 15. Гарантирует появление адской сокровищницы. Блин, адская сокровищница на ХП, да? За полтинник, не. О, а чё такое? Так вот, адская сокровищница. 25 самоцветов. Их еще можно... Плюс 8 стоит 30 с чем-то, если успеем поднять, конечно. Смотрите его, проклятый, сейчас. Блин, слишком близко подошли. Блин, ну я не могу, слушай, что-то он портуется немножко не туда, куда я хочу.
Кстати, Афина тоже была бы неплоха в этом забеге. Так называемые чемпионы не оправдали надежд. А почему Нектар выпал? Не знаю, 36. 36 уже нормально. Заберу. Дедал, все, отлично. То, что я искал. Ну, я не факт, что здесь, конечно, на броню выпадет. А это фонтанчик еще. А, нет, показалось. Казалось, ну, сделаем из этого места фонтан. Оазис, так сказать, нашей жизни. Спасибо, что ты меня ударил. Сейчас я тебе сломаю хребет. А, тут еще один мечник, я очень не заметил. Так, кто меня бьет-то? Они, а, они по земле херачат, что ли, или что? Я не могу понять, кто меня атакует. О, ворота хаоса, отлично. Как отлично. Главное, что теперь не... Главное, чтобы я не зашел на арену. Сы. На арену не зашел с каким-нибудь дебафом, типа скорости. Я что-то в прошлый раз, я не знаю, мне очень повезло с Мегерой и с Фурией, прошу прощения. Ну, все, я понял. Этот херб тебе дает неуязвимость. Сейчас, подожди, я ему тоже переломаю на осколки, его перемолю. Потом займусь твоим глазом. И уж прям, знаешь, вот так прям в глаз так хрясь на ерево. Так, улучшение. Этому компьюнеру помешает небольшой ремонт. Особый удар заменяется на бросок, но на... Что? Особый удар? Какой особый удар? Кьюшка. Так, в смысле, особый удар, у меня есть бросок. По области. Круговая атака заряжается, становится намного быстрее. Круговая атака наносит до 125 урона и бьет по увеличенной области. Слушай, крутая темка. Ну, крутая как, чтобы чистить быстро зону. А, так бы, конечно, хотелось быстрее заряжать, но оно очень мощно. Давай урон возьмем. Все нас... Ну, нифига себе, радиус стал реально большой. Так, хаос. Хаос, потрокал и испытания с двумя дарами. Это же это очень круто, я не знаю. Ну, Зевс Арес, конечно, не очень. Если бы там вместо Зевс Ареса я бы, может, что-то взял. Ну, с другой стороны, а Патрокол что-то забыл. Он же дает там что-то деньги, так да, не очень. Или хаос. Ну, хаос. У нас как бы чисто из-за того, в среднем стало сильным хаоса. Потому что у нас дар. Не было бы дара, конечно, я пошел бы к Патроклу. У него только один путь, к сожалению. Ну, ладненько. Может, что-то легендарное выпадет. Имени Маида. Следующий пятизалов, предварительный посмотр, недоступен. После этого бросок дамажит. Ну, такое ловушек. Ой, золото, а тут время плюс 40 дэмэджа. Блин, вот это надо брать пораньше, хотя во второй зоне, чтобы больше накопить. Это бросок наносит 72 урона. Да я, блин, бросок у меня один, я его не часто юзаю. Давай деньги, слушай. Я не могу заработать 4 схватки денег, но потом денег дофига. Ну добро, может получится заработать. Так, бой с боссом. С кем тут босс, я забыл? А, с этим, с Минотавром. О, блин. Бабочки, высасывающие душу. Звучит не очень. А глаза куда едут, не могу понять. Мечу, да? Мечу. Ну, как-то я не могу понять. Я бабочек раскидывал, параллельно еще пытаюсь... Да, мне не хочется драться с мечом. Почему эти мечники и лучники такие, блин, жесткие? Так, подожди. Ребят, не надо перевоплощаться. Бабочка, лучше держаться у меня подальше. А хп у них кто-нибудь восстановит, не? Полагаю, владычица Деметра уже видела тебя своим безжизненным холодом. Она уж точно не самая ласковая в семье, правда? Однако тебе стоит проявить терпение, она через многое прошла. Бросок становится клубком цепных молний или рикошетящим между врагами. Да ёп, мне бросок нахрен же, дайте зов мне что ли. Эффект молнии также электризует врагов. Эффекты заряда молнии могут дать два раза подряд. Ладно, давай бросок сделаем, типа что он полезен. Не, на бой ближний что-нибудь надо. На это все. Так, денег я не могу заработать, поэтому смысл мне идти туда непонятно, да? Ну, пошли за даром. За гранатом, господи, за даром. Хо-хо-хо. Девочку, блин. Пошли, блядь. Три выстрела пошли, блядь, сразу. Я успею вообще отсюда выехать? Могу что-то не доехать? Да, блин. А! Два попадания, блин.
вот только не лучники. А, слушай, не, они в это вроде не попадают. Короче, ХП все меньше и меньше и меньше. Я вроде, блин, не попал. Гребаные дальнобольные ублюдки. Кто вооружен? Где, блин? Какого хера опять вооружился? Ты что, офигел, что ли? Хорошо, броню не одел. Не надел правильно. Блин, как он больно-то сделал. Ух, что-то жесткий бой, что-то жесткий бой. Вкусно есть можно. А, свободар Кью. Бросок становится клубком. Окей, сейчас так, свободар, спасибо. Ну вот это классная темка, да, качаем. Да я просто пытаюсь на урона скачаться, у меня как бы быстро скорость атаки, хочется, чтобы она еще была сильна. Так, ладно, может КП купим чуть-чуть, но это слишком мало. А определенные враги, пылающее колесо, больше не будут появляться в схватках. Да мне как-то... А колесо это что за колесо? Значит, нет, это не вагонетка, блин, да? Блин, 24. Ну, а это возьмем, оно дешево, короче. Чистое то, что немного. Так, о, самоцветы и ключ, блин. На самом деле, блин, ключ бы тоже нафармить, но мы же не успеем нафармить двадцатку, поэтому идем за этим. С Минотавром драться, да? Но нет, слушаю. Ща, подожди. Ща, блин, я понимаю, что там Капитан Америка местный, блин, но этот... как бы умирать-то можно уже? Спасибо. Ну, понял. Они увидели, что я супер сильно дамажил? Они решили это... Что ты, блин? А, у него еще круговая атака, ну, нихрена себе. Вот, открылся, блин, и сразу получил... Где он там? Да блин, что за волны, мать твою, блин. Ты что делаешь, блин? Какой он жесткий-то, блин. В чем я? На, вот тебе. Вот так я тебя, короче, заберу. Хер ты мне что сделаешь? О, щит сломался. А как насчет взрывчатки, а? Что, не ожидал, да, такой подстав? Ну, попадешь по нему, а? Блин. Просто, блин. Ну, я прыгнул очень не туда. Это понятно. Ладно. Обидненько. Ну, ладно. У меня есть надежда на то, что я смогу найти где-то... Этот, откупиться, короче. Купить себе сопротивление смерти. Лицо сломайся уже. Спасибо. Спасибо. Не знаю. Вроде скорость... Мне, короче, рывок... А, ну да, рывок же стал, короче. Вот почему. Я чувствую, что у меня с маневренностью как-то слабоватенько. Вроде 4 рывка, но что-то, блядь, нихера. В одно и то же место почти рывок. Так, что, ничего полезного, да? Нет, почему? Вот, смотри, 2 кувшина. Или нет? Это развод, где деньги? А, да, я ж не могу получить деньги. Тьфу, ты точно. Забыл. Так, Гермес, наверное. Помоги мне. Помоги мне, пожалуйста, Гермес. Блин, я очень люблю этот Элизиум, потому что вот эти ребята очень много терпят урона. Они маленькие, они дерзкие, вредные, сука, еще и терпят, бля. Потому что я их замораживаю, все с ними делаю как надо. Эти лишки адские, блин. Так, готово. Рассыпался прахом. Всегда бы так. Причем они не бронированы, в том-то и дело. Мне просто всегда не хватает дамага в них. Что для этого надо, я без понятия. Дархаус спец на эффект, да. Теперь мы будем рубить кэш лопатой. Внемлите по моему велению. Так становится быстрее. Двигаешься быстрее. Блин, почему это всегда вместе дают? Понимаю, нельзя по отдельности давать. То есть рывка недолго стать стойки. Так, атака, блин, атака. Это вот это? Я бы не сказал, что он стал прям очень быстро. Но... Вот это стало очень быстро. Вот это стало очень быстро и очень круто. Так, рынок и ХП. Не знаю, зачем идти на рынок. О, а, это последний, да? Сколько монет? 15.
неплохо. Так, ну понятно, что мне хп надо, как бы по-другому не вытаскиваем. Что, ну сейчас, блин, ну все-таки круткий рок все-таки, блин, тут подрезает тебе немножко, блин, крылышки, и ты уже не такой, блин, ловкий. Даже 4 рывка, ну, не знаю, может, если 5 было, я, может, мог бы улетать, хотя я так далеко, как бы. Это хорошо. Ну как хорошо, у нас всего 73 на аренку, ты понимаешь? Как бы. Я не чувствую себя злак охеренно уверенным сейчас. Плюс у меня тавр там целехонький. Хотите реванш? Ага, демон снова ползет назад, словно невзрачный мотылек, которого манит яркое пламя добродетели. О нет, только не пламя добродетели. Ты закончил? Давай приступим. Я прошел долгий путь. Ты слышал это, Астери? Нам демонический гость умоляет нас о пощаде, умоляет без сомнения, чтобы мы ослабили свою защиту. Вместе, мой друг, мы уничтожим его, и пусть все величай Липа поможет нам в этом. Слушай, мне, я вспоминаю игру Аргонавт, очень крутая игра, которая тоже была, вроде такой что-то, когда герои выглядели не совсем так, как они в легендах. Вот как-то он слишком надменный, а для тебя всех, прямо... Пиздец, я тут над него наупрыгивал. Я не знаю, как я что-то... Не, я опять это... Попал. 20 в лицо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как все хорошо начиналось, и как все бесло. В том, что... Что, разгоняться будешь, не? В принципе, если я просто бежать буду, то... Ну что ж, по площади этот херачить должен, нет? Так, я что-то этот, между двумя огнями. Видал? Я короче, рывок сделал. Мы со стадии виде. Он мне попал в точку справа. Я, блядь, рывок сделал, мое тело уже слева, блядь. А я умер, ну как, а попадание, блядь, зафиксировано на стартовой позиции, блядь. Клянусь, этот Тесиев, блядь. Блин. В общем, проблема в том, что... Не знаю, мне как-то дамага на... О, Томатос, нихера, естественно. А, он, кстати, с гипносом. Не хватает дамага в иллюзиуме. Просто, я не знаю, я вкачивался сейчас чисто в дэмэдж. И все равно, блин. Не хватает. Просто здесь, в Тартаре, ты, блин, всех с одной тычки, с двух максимум убиваешь. В иллюзиуме надо, блин, раз 10 ударить каждого, чтобы кто-то умер. Потом они еще, блин, превращаются в глаза. Ну, глаза уже, кстати, разбираются нормально. Вот сами эти, особенно войны, блин, они, короче, очень долго ковыряются. Причем даже без брони они долго не ковыряются в этом. Дошли так, блин, обидненько, конечно, хорошо начали. Но, блин, мы зафармили прям очень хорошо. 870 прям очень подняли. Сейчас ключи будем фармить, я думаю. 5 штук поднимем, и там уже откроем еще зеркало. Там вроде сколько, 2 открытия осталось, да, и... Ну это уже как бы, я не знаю, когда мы уже вкачаем все, мы будем настолько сильны, что я думаю, что и Асфадель будем проходить как Тартар по-быстрому. Там уже придется с Минотавром немножко разбираться и доходить до Цербера и Аида. Ладно. Так, новое прощение. Короче, смотри, если тебе понравилось, подпишись на канал, поставь лайк, прокомментируй. Внизу ты найдешь все ссылки, а это именно плейлист полный прохождения МГДС. Ссылки на другие классные плейлисты и прохождение полных игр, которые уже были на канале. Там их, ну там уже их должно быть нормально, в принципе. Немного в общей массе, но в целом как бы классно проходим. Интересная игра. Ссылки на новостные паблики, где я публикую очень редко, но какие-то новости там бывают раз в год. Я надеюсь. И сайт gamesart.ru, ссылочка, там классные теоретические материалы. И также ссылка на главную страницу канала, где ты не только можешь подписаться, это не самое пиар. Там можно найти ссылки на других ребят, которые делают классные игровые видосы. Посмотри их тоже, они делают классный и полезный материал. Ну, по крайней мере, мне нравится. Играют отличные игры. До скольки, увидимся. Пока.